Добрый день! Сейчас я вам расскажу, как сделать пакет-трейсер 17.5.9. Как обычно, загружаем сам пакет-трейсер из Netakkad, ждем загрузки, открываем его в пакет-трейсере. Если у вас появляется окно входа, вводите пароль Netakkad, ну, логин-пароль Netakkad. Если нет, открываем User Profile, вводим свое имя, фамилию, свой email, ну и дополнительную информацию, например, группу. Окей. Применяем, у нас перезапускается пакет трейсер, и мы его сейчас будем выполнять. Это максимально простой пакет трейсер, но вам придется подумать. Итак, у нас даны, как бы получается, 8 команд show. Все их нам нужно проделать на роутере и посмотреть вывод этого роутера от всех этих команд show. Так, заходим. Угу. Так, мы зайти не можем. Нам нужно открыть компьютер, десктоп. Терминал, окей, подключиться к маршрутизатору через компьютер и здесь зайти в Enable режим. И вот теперь проводить все эти команды. Просто брать, копировать и вставлять. Смотреть на вывод команды, например, просмотрев ERP таблицу, просмотрев Flash, там IP route, все дела. Давайте все команды проделаем. Show IP route у нас такой вывод. Show flash у нас такой вывод. Ну и самое главное в этой главе, вам нужно будет ответить на вопросы. То есть у вас там будет вопрос, например, какие команды выводят информацию про IP-адрес, и вы должны будете перечислить команды из всех вот этих вот 8 команд, которые выводят информацию именно про IP-адрес. Так, это у нас интерфейсы. Информация об интерфейсах полная. Вот так вот. Идем дальше. Выводим протоколы, все дела, просматриваем и отвечаем на вопросы. Show protocols. Смотрим все протоколы, запущенные на устройстве. Смотрим всех пользователей на устройстве. У нас один только пользователь. Идем дальше. Смотрим версию прошивки устройства. И получается все. Вот эту вот всю информацию мы вывели. Вам остается что? Открыть этот PDF в редакторе PDF-ов и поотвечать на все вот эти вот вопросы. Там будут поля для ответов. А PDF, если что, вот отсюда загрузить. Открываем его, вводим ответы на вопросы, сами читаем, что у нас выводит наши шоу-команды и отвечаем. На этом все. До свидания.